Друзья, всем привет! Вы на канале Мото Санчо, и сегодня я хотел бы донести до вас одну простую, но полезную мысль, которая, возможно, поможет вам избежать неприятных последствий и сэкономить деньги. Мысль заключается вот в чем. Посещайте стоматолога чуть чаще, чем раз в 5 лет. Хотя бы каждый год. Я, честно признаться, с этим делом немножко подзатянул, подзапустил и недавно почувствовал, что у меня открылась уже дырка в одном из зубов верхней челюсти. Откладывал посещение врача и вот, наконец, сходил. Оказалось, что дырка там не одна, как я думал, а пять. Поэтому пока приостановилась работа с москвичом, да и в принципе работа в мастерской позавчера мы сделали. Один зуб, но большой. Вчера еще два, а завтра предстоит еще два. Сегодня у меня небольшая передышка, я решил записать это видео, чтобы рассказать вам, собственно, как живу, чем дышу. У нас тут, как видите, есть обновка. Мой подписчик Игорь приехал, привез мне вот такой замечательный стол. Это стол-верстак, судя по всему, использовался где-то на производстве. Есть лампы для освещения, полка, чтобы складывать всяческие запчасти. В общем, удобнейшая штука. Я измерил его длину, получилось, ну, чтобы не соврать, 1,80 м, по-моему. Да, ровно 1,80 м. И точно такое же расстояние у меня от моего холодильника-серванта до вот этой стеночки. То есть сюда мы можем этот стол установить, но только оцените объем работ, сколько всего придется сейчас убрать, унести, вынести, а потом все переложить. Ну, наверное, так и надо хотя бы раз в год наводить порядок в мастерской. Займемся? Да, тут вот на что еще обратил внимание. Судя по всему, кто-то нагрузил край стола, угол. Может, сели, а может, что-то поставили тяжелое. И видите, вот этот угол, он опустился. Вот у нас место излома. Необходимо его сейчас приподнять. И, ну, не знаю, может быть, вварить сюда какую-нибудь укосину. Сделать дополнительный упор. Стол вошел как родной, тютелька в тютельку. И, на мой взгляд, отлично сюда вписался. Я выставил его по уровню вдоль и поперек, а сверху водрузил вот эту полку, которая была от него отрезана для удобства транспортировки. Как вы понимаете, конструкция в целом довольно увесистая. Что дальше? Можно было бы сейчас эту полку сваркой прихватить, но есть некоторые нюансы. Во-первых, как видите, есть проблема с освещением. Можно перенести светильники, а можно еще подумать. Допустим, я собираю двигатель, а вот эта полка мне мешает его двигать, ворочать, размещать. То есть хотелось бы место немножко освободить. Ну и еще одна проблема, если я над этим самым двигателем склоняюсь,
не помещается голова. Значит, и здесь тоже надо немножечко подрезать. Я предлагаю эту полку просто укоротить наполовину. Здесь у нас будут стеллажи с какими-то запчастями, расходниками, материалами, а тут уже рабочая зона. А вот это уже похоже на то, что я хотел. Просторная и светлая рабочая зона, а слева полки, 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 полки до самого потолка. Сюда тоже вернулась полочка. Здесь поставим бак для мусора. На стенах разместятся гаечные ключи, отвертки, молотки и всякий вспомогательный инструмент. В общем, супер. Еще и под столом вон сколько места остается. Туда можно компрессор поставить, какие-то колеса, покрышки запасные. Игорь, спасибо, отличный стол. Ну а мне остается лишь навести порядок, расставить все по своим местам и дальше заниматься своими зубами. На этом на сегодня закончим. Всем спасибо, всем счастливо и всем пока.